Я приехал в Прагу на летний курс на 4 недели. Мне здесь все очень понравилось. В ПЭЦе мне рассказали про все плюсы Праги, про вузы, в которые я могу тут поступить. И меня это заинтересовало, поэтому я решил сюда приехать. Чешский язык мы учим каждый день, кроме выходных. Каждый день по 3 пары. У нас проходит конверзация, практика и грамматика. Нравится жить в Праге, это очень красивый город, очень много интересного. Постоянно проходят какие-то ярмарки. Свободное от учебы время я играю в футбол и волейбол. Также есть много других секций, которые предоставляет ПЭЦ. Все они абсолютно бесплатные. Это и бассейн, и баскетбол, волейбол, футбол. На все есть площадки, мячи, все абсолютно бесплатно. На путешествия у меня есть время. После учебы мы всегда, я иду домой, делаю уроки, но всегда находится время на то, чтобы еще и погулять, полюбоваться достопримечательностями Праги.